Чего? Я на него светится, но... Ой. Так, подожди. Мы аккуратненько делаем, чтобы другие не улетели. Чтобы этих не поймать. Это самое главное. Чтобы другие не улетели, это ерунда, но чтобы этих не поймать. Не поймать. А, папа, аккуратно, аккуратно. Аккуратно, дай. Упс. Если ты не твоим, не сломала, то будет. Ну, сколько у вас там уже? Штук 6. Хватит, Шань, хватит. Дай сниму. Подожди, сейчас они этот. Я на видео снимаю. Да. Сейчас они начнут светиться. Они одного помяли, самого первого. Если бы они постучали, они будут светиться. А если его стукнуть, он станет фиолетовым. Вкрапинг. Можно еще штук 10 поймать, да, просто они очень низко сегодня летают. Да не надо уже выпустить, и все. Да, я хочу выпустить. Давай. Да, это даже... Выпустим, конечно. Светящихся сейчас снимем. Только аккуратно. Шаня, под ноги. Ну, почему не светимся? Нехорошие. И в качестве фонограммы музыка из хайску. Нехило. Что ж там сегодня? Храм! Под ноги. Я прямо... Я нашла его, но я сама... Он полез у меня на ногу. Мне так было... Я думала... Снимаешь? Угу. Но я хочу, чтобы... Отпустил его. Этот прикол просто поймал. Ну, видишь, сколько их уже? Сейчас. Смотри. Раз, два. Раз, два. Блин, падают постоянно. Раз, два, три, четыре, пять. Вы решили на меня прям садиться? Может быть, он соскучился по тем, что в банке. Шашка, выпускаем? Подожди. Под ноги смотри. Снимай. Она их очень ловко ловит. Да, очень аккуратно, потому что я их отмечаю. Качество плохое пошло. Далеко она. Улетел? Да. Он чёкал мне один раз по пальцу и улетел. Так, короче, пока еще совсем не стемнело, папа хоть что-то видит. Еще ловим или выпускаем этих? Еще он. Может, хватит, пожалей их, Шунь. Подожди. Потому что сейчас их там много, мы можем крышку закрывать. Нужна специальная баночка, которая аккуратно делает. Может, поранить и тех, которые уже это сами. Да. Подожди, Шаня, лучше выпускай, я же дырку держу, чтобы они не убежали. Давай, смотри. Иди сюда. Вы просто откройте, они сами вылетят. Садись. Будем их опускать. Ну, посветите немножко. И один завис над вами. Вот они. Подожди. О, вот, вон, один завис над вами. Смотри. Ждет, наверное. Мигает. Выпускаем? Угу. Та-дам! Не хочет. Замигали. Одни не хотят, да? Мы должны их извинения попросить за то, что мы в банке жили. Шаш, ну пусть он сам лезет. На, вот, кстати, этого на палец. Перед ним поставь. Перед ним ставь пальчик, чтобы он залез на палец. Смотри. Я палец. А другой в банке светится. Ну, залезь на палец. Ну, он же не хочет, он уже знаком с этим пальцем. Бум, вылетел. Не хочет. Еще два банка, одного мы, к сожалению, прибили. Первого, самого, когда это моя вина, я закрывал банку, когда это... Ну. Очень обидно, жалко. Ну, остальные не хотят улетать? Боятся. Ну, будем летать? Давай. Одного идешь, мама, ну. И сама вот этим... Снимаешь? Вот эти. Угу. Шашка, не вопи. На, видишь, он запрыгивает на пальцы. И на попочке у него. Ой, как здорово. Классно. И еще один. Вылезай. Давай, вылезай. Мы же вас только немножко взяли. Прости. Не злись. Не злись. Давай, если мы этих опустим, тогда. На сегодня хватит. На сегодня хватит. Шанечка не обидится. И вообще не будет прилетать. Оп, вылетел. Тут совсем... Ну подожди, стоп, мне кажется, уже все.
Переверни его на балкон просто, может быть, она живет еще. Я помню. Видишь, как надо аккуратно быть. А этого мы уберем.